Итак, как и обещал, мастер стоки в третьем бою. Кроме всего прочего, мы получаем основной калибр, убили всего-навсего 5 танков. И что касается дамага 1817, видите, ну, в принципе, вот Арл набил, но он все-таки тяжелый танк на уровень выше. Теперь рейтинги эффективности давайте посмотрим. Вен 8 серым цветом нарисовала, очень хорошо. И мы что-то там защитили базу, по-моему, капельку, совсем чуть-чуть. А, нет, не получилось у нас базу, очки защиты базы, очки захвата базы сбить не получилось. Смотрите, вот у кого тут HD, не HD, видно вам или нет, вот циферка 3. То есть это был третий бой на М24 Чафи. И играли мы, как и обещали, ну не то чтобы в полном стоке, но вот я вам сейчас покажу, я еще ничего не поставил. Из топовых у нас только гусли, ну то есть шасси или гусеницы, и все. А, и рация. Двигатель у нас сток, башня сток, пушка сток. Ну, конечно, ощущение мучительное, долго сводится, там медленно летит, ничего не пробивает, но как-то нам удалось более или менее сыграть. Теперь, что касается относительно игроков... А, экономика у нас получилась замечательная. 33 тысячи в плюс, с лишним 33,5. И вот бонус нам дали на приобретение крутого оборудования. То есть, каким-то образом нам удалось обойтись без голды в этом бою. Поэтому вот сыграли в плюс, хотя засветик не очень большой. В общем, такой бой, такой обзор. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. До свидания, друзья.